Три площадки. Скидка от Вейера не проходит. И убегает вперед Каскоба. Кужинцев при этом, посмотрите на процент попадания армейцев. Каско еще разок сверху. Вовсе сравнять. Хорошо уходит от защиты Каско. И добавляет сейчас Вадим Ступеда. С мячом. Он же будет совершать бросок. Но еще не владение по Цивену. Эти номер как раскачал сейчас Кардана. Скидочка идет дальше из-за дуги. 8-40-32. Джексон снова не щадит сил на дриблинг. Иногда кажется, что зря, а вот иногда кажется, что все в тему. Еще плюс 2 очка. Не сдается и уверен, сдаваться не собирается. Мотовилов один остается. Влапешник 3. Со средней дистанции 4 из 4. И вот сейчас Бен Дуду промахнулся в ответной попытке. Джаред Джексон, еще один трюльник. Бам! Также близок у Никиты 9 очков. Ну а пока из-за дуги. Так. Сам решается на бросок. Забрались в комбинации игроки Минска, но пока тяжеловато.